5 мая 2021 года. Северный Крым. Какая красота. В цветущих одуванчиках. Груши гудят. Все-таки на грушах. У нас сейчас по плану. Вчера было 10 дней ровно, как я пересадил этих пчел. Он маток поднял наверх, перегоняя их в северокрымские улья. Сейчас там весь расплод внизу запечатан. Пришло время эти две семейки проверить на маточнике. В общем, просмотрите, если там вдруг есть маленькие. Ну, мелкие где-то свищевые заложили. Выломать. Проверить их вообще вдруг. Есть тоже тихосменные маточники. При разрыве решеткой. Возможно, внизу матку я наверх поднял. Они подлились медом сверху. Вниз я еще не лазил здесь. Ну, здесь я лазил вниз. Там внизу тоже подлито. Короче, там смотрел внизу, там подлито. Прилично. Придется низа откачивать по-любому. Скачивать, потому что подливается. Ну, все цветет, буяет. Пчелы гудят. Работают, шуршат. Вот эта семейка. Когда я не помню. Позавчера, по-моему, я смотрел. Вышла матка. Есть уже несколько дней, как вышла матка. Тихой смены, которую я показывал маточник и снимал. Выскочила маточка. Саму маточку не видел, но видел ее выход. Вот. Видел, что она вышла с маточника. И теперь ждем. Если внизу облетается эта матка, то мы старую, скорее всего, заберем зимовалую. Либо ее в отводок отсадим, либо заменим маточку. Либо ее просто для подстраховки отсадим в отводок. Пусть будет у нас резервная маточка. На всякий случай. Пчелки работают. Такой идет стандартный лед. Да. Нашей местности. Ну, сейчас 24 градуса тепла. Ночью было довольно-таки прохладно. 5 градусов было всего под утро. Ну, утром, во всяком случае, было всего 5 градусов. Может, даже еще ниже было под утро, потому что смотрели утром. По рассвету было 5 градусов тепла всего. Ничего, сейчас солнышко, вон, солнышко идет, поднимается. Сейчас полдвенадцатого где-то. Так где-то примерно времени. Сейчас она до обеда прогреется все. Это, ну, пока не сильно жарко. Сейчас я, в общем, буду распаливать дымарик. И буду разбираться с этими семейками. Ну, в смысле, буду разбирать их и пересматривать. Что у нас там происходит. Чтобы понимать. Ну, в смысле, по маточникам, чтобы я знал. Есть маточники, нет маточников. Если вдруг, говорю, мелкие там какие-то свищевые заложили, выломы их. Все есть красивые, я оставлю. Пусть тоже облетаются, как говорится, молодые матки не помешают. Если что, старых маток уберем, либо заменим своих, вот этих там дрыщах, либо сделаем резервные отводочки. Там буквально на пару рамочек выкинем, уберем матку, отсадим. Зимовалую. Пусть работают молодые матки, чтобы уже даже у меня не заморачивался потом. Ну, маток получается вверх подыму этих, если они внизу облетаются, вот, к примеру, там облетается. Значит, старую отбираю. Вот, а молодую просто беру, поднимаю вверх. И все, буду пересаживать, получается. Ну, струшивать с этих рамок рутовских. Пересаживаю просто молодую, а старую убираю, если облетывается она. Вот как-то так. Все. В общем, пошел. Я все брать причиндалы, распаливать дымарь. Заниматься, пока не сильно жарко. Потому что сейчас к обеду будет очень сильно жарко. Сегодня ветра почти нет. Ясно. Небо голубое-голубое. И туч даже на горизонте нигде не видно. Вокруг, в общем, полностью. Вокруг на 360 градусов. Чистенькое голубое
крымское небо и палющее крымское солнышко. Вот это вот май месяц уже пошел.